Дорогие друзья, привет вам и мои поздравления из солнечной Калифорнии. И первое поздравление, конечно, профессору Василию Васильевичу Пластинину. Он отец основателя юбиляра. Но это второе его детище. Первым был Институт прикладной физики при Иркутском государственном университете. И все ему замечательно удалось. Все получилось. Я поздравляю вас, Василий Васильевич, и желаю вам много-много лет радости, здоровья, удачи, успехов. Я поздравляю своих друзей университетских, с которыми бок о бок мы прошли первое 20-летие. Пластининых, Тихомировых, Людмилу Георгиевну Бахареву, Медведовских, Адеевых, Гегеров, Исарсов. И всем вам желаю всего-всего хорошего. Поздравляю вас. Я с удовольствием поздравляю сегодня своего многолетнего помощника, опытного спектроскописта-практика Валентину Ивановну Задорину. Она была надежным опекуном студентов наших и лабораторий. Всего вам доброго, Валечка. Здоровья вам и радости. Сегодня я поздравляю своих многочисленных дипломников, многие из которых оказались моими соавторами и которые были помощниками мне, и которые всегда были организованы, всегда были грамотны. Поздравляю вас, дорогие мои, и вам много-много лет рабочей, интересной жизни. А закончить я хочу словами из когда-то отправленной телеграммы Владимира Романовича Огнёва, первого декана физического факультета. Итак, я вас поздравить страшно рад. И то, на свет вы появились 40 лет назад. Лавровый лист весь вышел уже, а топ, увитый лаврами венок, прислали мы. Спасибо, до свидания.